Приветствую вас, уважаемые коллеги! И к сегодняшнему уроку, посвященному Тартини, творчеству известного преподавателя и музыканта, композитора, которым в нашей жизни скрипача очень важную, яркую такую роль играет, мне хотелось бы сказать вам, давайте представим все-таки фильм, как серии, и вернемся в наше детство, когда начался наш первый урок по скрипке. Мы все в разных концах света живем, но где-то что-то всегда одинаковое есть. И я бы хотела сказать, что цель у нас у всех общая есть, была стать счастливым скрипачом. Чтоб нигде ничего не болело, и чтоб каждое утро, когда вы просыпались, вам хотелось тут же взять вашу волшебную скрипку, независимо от дел, от проблем, от стресса. И даже когда у меня, допустим, голова болит, я беру, играю по скрипке, да, как раз тартиневское упражнение «Sotto voce». И вот в таких домашних условиях я предлагаю вам окунуться в наше детство. Наша цель какая? Намерение. Передать нашим ученикам все самое лучшее, что мы, каждый преподаватель, собрали за жизнь, за свою практику, за обучение. И все-таки дать ему понять, что можно без конца, без предела развиваться, чтобы быть еще счастливее скрипачом. Возможностей много, не только традициональных, в оркестре симфоническом, в музыкальной школе, колледже, в консерватории преподавать. Есть очень много возможностей. И как раз на примере Тартини я очень счастлива, что нам удалось всем сейчас такая возможность почитать Тартини письма к своей ученице Ломбардини в оригинале. Итальянская скрипачка, которая тоже выступала у нас в Петербурге с концертами, была в свое время, конечно, написала и попросила своего маэстро Джузеппе Тартини написать ей советы, как же все-таки ей лучше сконцентрироваться и заниматься на скрипке. Может быть, вы помните, знаете, иногда нам кажется, ну вот он, преподаватель золотой, вот я к нему попаду, и все у меня получится. И это правильно. Если не у всех получается, допустим, сразу самим найти путь. Я, допустим, через свой опыт всегда думала, ну вот я сама буду заниматься по 100 часов в день, вообще не кушать, не пить, но чтобы учитель мой был доволен, я буду все выполнять, как мой учитель говорил. Но вот однажды попался мне другой учитель, который за одну минуту объяснил мне основу скрипичной техники. И я была просто в шоке, что, оказывается, скрипочка, вот по тартиневским тоже представлениям, должна просто петь. И как раз в высказываниях современников тартиневские принципы скрипичной игры – это пение, чтобы это подражало, конечно, чтобы оно звучало по-живому, чтобы не было никаких этих, так сказать, механических звукоизвлечений. Вы же знаете, что можно сыграть в нужный момент, нужную динамику, нужную ноту и нужной длины. Но чего-то будет не хватать? Конечно, не хватать будет души. И как же соединить нам технику, технологию звукоизвлечения со своей душой? И я в свое время часто и до сих пор делаю эти замечательные упражнения для кантилены, для начала звука, дуновения ветерка, да, когда вы в воздухе полукруг описывает рука, и когда волос идет над струной немножко, о, как южный ветерок, теплый, ручка, смычок, как бы он лежит, да. Если вы берете какую-то тетрадь, вы ее просто держите в руке. И вот у нас получается. И в серединке. И у
конца, то есть артикуляция, штриховая техника, вибрация, чтобы скрипка разговаривала. Для чего нам нужна вибрация? Это как украшение, чтобы скрипка подражала человеческому голосу. И как раз использование позиций. Допустим, когда время прошло, мы можем только анализировать по произведениям Карелли и сказать, что он пользовался только первыми тремя позициями в основном. А Тартини использовал весь гриф. И вот, допустим, если вы знаете на примере Бибера по Сакали, где он использует... То есть ничего не надо делать, использовалась виртуозная техника одной октавы, то есть когда пальцы у вас располагаются одинаково. И поэтому как раз позже я тоже покажу, как я начинаю преподавать скрипку. И вот мы знаем, и я как раз тоже предлагаю к своей школе дневник. Не дневник, который заполняет учитель и который пишет задание ученику, а дневник, в котором сам ученик делает свои заметки. Смысл-то не в том, чтобы получить хорошую оценку, а смысл для того, чтобы для каждого человечка, для каждого ученика радость осталась, чтобы он видел смысл, зачем я учу это апартаменто легато, для радости музицирования с другими коллегами, самим собой. Можно найти аккомпанемент вивальдовских концертов сейчас в Ютубе и самому сыграть для себя любимого в первую очередь. И вот эта радость как раз очень важна современным преподавателям передать. Это вот мы начинаем с учеником средней смычки. И как раз практика, она является критерием истины. И вот, допустим, известные вариации. Если вы увидите, идет вначале просто тема, да? И потом на эту тему мы видим, как добавляется трель, форшлаг, обвивается, как украшение, можно даже нарисовать. Фактически ноты — это графика, которую вы можете читать. Наверх мелодия идет, она, значит, поднимается, крещендирует, вниз она диминуирует. И через это как раз и получается, что музыка живая. То есть по таким моментам нужно показать ученику, научиться слушать, как дует ветер, как шелестят листья, как поет птичка. У птички всегда трель под конец, она или крещендирует, скидывает, допустим, соловей, или же она немножко диминуирует, вниз идет интонация. Это очень важно для начинающих музыкантов — подойти к открытому окну и сыграть. О, птичка улетела. И тогда птицы прилетят к окошку. И тогда ваш ученик поймет: о, так это же интересно, я могу разговаривать с птичками. А вот такая форма вариации, которую я тоже потом расписываю, это просто как пример, самим писать вариацию на вашу тему. И вот опять же дуновение ветерка в разных частях смычка. То есть вниз 4 раза, допустим, и вверх. По крайней мере, начать ученику показывать и глазками смотреть, что же происходит конкретно при касании смычка со струной. И замечательное упражнение, которое еще будет, то есть длинный тон, крещендо, диминуэндо, сотто воче. Мы начинаем как раз как дуновение ветерка. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Не бояться с самых первых моментов показать, откуда берется крещендо, диминуэндо, как это делается. Это очень интересно. И это не просто: а, тебе еще рано, ты это в 5 классе будешь смотреть, как смычок двигается, сейчас точно параллельно подставке. А тогда ваш ученик на маленьком действии, эксперименте сам найдет. Скажите, а найди свой волшебный скрипичный звук. Так что я думаю, что первое препятствие на пути к счастливому скрипичному будущему мы с вами освоили, преодолели. Наше намерение стать замечательным счастливым скрипачом продвигается вперед, к цели.
И самое главное – это отношение к касанию смычка со струной, чтобы звук ваш пел. И я считаю, что это основное направление тартиневской техники. Пока!